посмотреть следы велоцираптора. Ну что, делаем удивленные лица. Смотрим, что впереди. Впереди у нас подкова. Вот так вот создаются шедевры. Так, понятно все. Следующая точка в Аризоне — это Глен Каньон. Вот такое вот место. И Глен Каньон Дэмп. Дамба. Такая вот здесь есть. Значит, это младшая сестра плотины Гувера. Построена позже, на 15-20 лет. И чуть поменьше. Вот там вот тоже можно плавать на катере. Но мы уже плавали. Идем на абордаж! На Мидлейке на катере, поэтому здесь не будем плавать. А вот с этой стороны видно реку Колорадо. И вот такие вот она выбивает проход. Сейчас на улице. Машина говорит, что сейчас на улице 39 градусов. Река наверняка градусов 20-25. Блин, как бы я сейчас искупался, с каким бы удовольствием. Просто круть. Прямо с лодки прыгнул бы туда и пил бы воду эту с удовольствием. Ладно, пойду попью газировку. Вот так вот выглядит американская заправка. Ты можешь платить сразу же здесь карточкой, можешь оплатить у кассира. Все, весь бензин идет из одного шланга. Вот 87, 89, 91. У них немножко по-другому считается октановое число, поэтому цифры другие. То нажимаем 87, заливаем. У них идет в галлонах. Здесь, на этой заправке, один галлон стоит 2,19. То есть $2.19 за галлон бензина. Галлон это 3,8, по-моему. Сможете посчитать сами, сколько это за литр. Вот древняя деревня Наваха, которая была разрушена сильнейшим землетрясением. Но до наших времен сохранились их петроглифы. Вот, видите, они рисовали разные тарелки инопланетные. Каких-то животных, которые здесь не водятся. Километров по такой дороге, и мы уже подъезжаем к цивилизации. Вот уже встречные машины начали появляться. Сейчас приедем к месту, где динозавры похоронены. Пришли на место, приехали. Называется Динозавр Трек. Вот мы взяли гида местного. Сейчас он нас проведет. Смотрите, следы велоцираптора. Это следы велоцираптора тут. Когда-то это была глина, он прошел, и потом тысячелетия или даже миллионы лет она застыла. Вот это большой был, а вот это маленький ребенок прошел. 150-250 миллионов лет назад это было. Это просто была глина раньше. Лопатка и ребра. А what's the name of the dinosaur? Dilophosaurus. Which one? Dilophosaurus. That's what they found here in 1942. Uh-huh. Yeah, there's a paleontologist named Sam Wells out here. He dug up a dinosaur called Dilophosaurus. Лофосор, ну я не знаю, что это за динозавр, но лофосор. See right where I'm standing? This... Вот он, полый. Полый камень. А это еще твои, видишь, такие чик-чик-чик-чик-чик. Он сказал, вот это все, это большой туалет. Ну это, короче, кусок кожи осталось. Кожа? Окаменело. В общем, вот это яйца. Здесь, видишь, даже есть белок, да. А внутри Маш, желток. Ты на яйцо чуть не стало, Маш. Маш, ты чуть не разрушила всю историю. Под яйца? Колено, под коленом яйцо. Да, вон, стрику яйцо у тебя. Ты его высиживала? Вот, после динозавров остановились на обед, чтобы пройти в ресторан, вон туда. Надо пройти через огромный
магазин разных сувениров индийских. Вот здесь всякие корзиночки. Плетеная корзинка, обшитая кожей. Камушки. Эти камушки продаются пакетиками. Маленькие за 7, большой за 9. Украшения разные. Шерифы. Сколько стоит значок шерифа? 10 баксов. Смотри, какие тут кактусы продаются. Маш, ты видела? Живые? Да. Прямо экибаны. Здесь есть вот такой сувенир. Называется «Вытащи с подковы». Вот я вытащил. Сейчас надо обратно собрать. Хочешь собрать? На, собери обратно. Вот так, сделай, чтобы вот так же было. Что это? Разбери. Я вот разобрал, смотри, это возможно. Занял народ. Также здесь у индейцев можно купить вот такие декоративные луки. У меня такой дома есть. Стрелы. С каменными наконечниками. Такие с перьями. Прикольные. Вот такие штуки. Каменный томагавк. Сколько он стоит? Вот такой стоит 40 баксов. О, трубка курительная. Нет, не курительная. Ну-ка другую пробуем. Нет, здесь не тянет. Шаманские бубны. Вот костяной томагавк, прикольно. Видите, из челюсти коровы. Обожженные. Обожженная челюсть коров просто закреплена кожаной тесемочкой на деревянной палке. Вот такую штуку сделал и продал за 120 баксов. Вот здесь такие есть копья, которые стоят 250 баксов. О, видите, копье с бусами и с в гильзу вставлено. Перо. Достаточно такое массивное. Я купил себе на память вот такое вот. Продаются растения. Маленький горшочек к нему. И немного земли местной. Это Джошуа 3. Вот оно здесь растет в пустыне. Его очень много в долине смерти и тому подобных местах. Вот я купил себе на память. Дома посажу, буду выращивать и вспоминать про индейцев, про долину смерти, про Гранд Каньон. Первая точка – смотровая башня индейцев. Вот такая вот башня, такая смотровая. Здесь открывается первый вид на Гранд Каньон. Вот такой вид открывается из башни с первого этажа. Сейчас мы пойдем на самый верх. Значит, вот мы поднялись по такой лесенке на самый верх. Верх башни. С нее смотрим на Гранд Каньон. Вон река Колорадка. Названо в честь колорадских жуков, которые здесь живут. Значит, на главную точку приехали, Гранд Каньона. Сейчас все одевают кофты, потому что на прошлое было прохладно. Я в Америке все время покупаю новые газировки, разные пробую. Вот такая вот сейчас взял. Это энергетик с виноградом. Еду, попиваю, очень вкусный. Приехали на самую главную обзорную точку Гранд Каньона. Называется Mother's Point. Материнская точка. Вот такой вот видок. Тропинки на язык тролля. А язык тролля — это у нас вот это место. Для тех, кто думает, что здесь лайтово, вот вам обрыв справа, обрыв слева.
Вот такой вот Гранд Каньон. Следы динозавров сегодня были. Наскальные рисунки. Подкова. Каньон антилопы еще должен был быть, но мы туда не попали, потому что был паводок ночью. И он закрыт оказался. Такое иногда бывает, но ничего страшного. В любом случае, сейчас мы едем домой. И потом на ужин. Так, сейчас надо самое главное тачку нашу найти. Наверное, она где-то тут. Мы подходили так к коленям на Йеллоустоуне. Близко-близко. Вот до него метров 7. Вот. Видите? Главное, на змею не встаньте. Защищает малышей. В общем, мы пришли в ресторан на дороге 66, принесли ребра, стейки, курицу целую, тунцу, салаты. Короче, такие вот обалденную эту. Ребрышки такие вкусные, блин. Вкусные? Обалденно. Я еще не попробовал. Приятного аппетита. Кто бы это мог быть? Кто же это поет такую прекрасную песню? Вот так вот мы проводим вечера в баре. Маша поет песенки, мы играем на бильярде.